Вячеслав, с победой! С победой! Пару комментариев по игре. Хорошая игра, жалко то, что проспали первый со вторым периодом. Парни молодчики, я ими горжусь, вытащили такой сложный матч. Все молодчики. А почему получилось так, что отдали инициативу вначале? Я думаю, пацаны просто слишком переволновались, переготовились. Потом собрались на третий период, на овертайм, и вытащили игру. А поделись впечатлениями от того, что не знает, как это было вообще. Ну, эмоции только положительные, конечно. Рад, что команде удалось выиграть. Все дело на благо команды. Тренер как настраивал на третий период? Говорил что-то особенные слова? Все, чтобы сами понимали. Ну, конечно, парни, я думаю, все сами понимали. Но, конечно, тренер подбодрил всех и настроил. А чего не хватило, чтобы закончить, если не в основное время, то хотя бы в овертайме, не доводить до лотереи? Ну, там было сложно, я думаю, закончить. Мы начали овертайм 4-3 в меньшинстве. Из-за этого, я думаю, пацаны немного подустали, кто выходил в меньшинстве, и просто 4-4 даже играл. Это трудоемкая, ну, работа. Какой игры ожидать от Алмаза завтра? Я думаю, то, что... Ну, я надеюсь, что игра перенесется, которая была в третьем периоде в овертайме. Надеюсь только на победу. Отлично, огромное спасибо. Взаимно.